В Бурятии стартовала ярмарка «Наш сад-огород-2022». Самые активные садоводы 14 районов республики и Улан-Удэ подготовили саженцы кустарников, цветов, ягод и даже декоративных деревьев. Что еще интересного можно увидеть на ярмарке, расскажем прямо сейчас. Запастись кустарниками и рассадой улан-удэнцы могут на четырех площадках. Это рынок «Крестьянский», «Стимул», «Центральный рынок» и «База Фортуна». Более того, здесь вы можете поучаствовать в разных мастер-классах. Например, узнать, как вырастить микрозелень у себя в квартире. Для этого вам понадобится всего лишь джутовый коврик и специальные семена. Так, берем. Мы пропитали коврик. На пропитанный коврик мы рассыпаем семена. Очень густо не делаем, иначе у нас семена могут заплесневеть, и урожай, качественного урожая мы не получим. После обильного полива придавливаем семена тяжелой тарой и ставим в темное место, накрыв черным пакетом. Через 2-3 дня кладем мини-грядку на подоконник и поливаем по мере высыхания. Это очень новое интересное направление. Это суперфуд, очень полезная пища, которую каждый может произвести, даже не имея огорода. Более того, мастер-классы есть и по уходу и разведению плодово-ягодных культур. Один держит правильно, сажаем прямо, вертикально. Второй засыпает аккуратно землю и слегка чуть-чуть подергиваем. Ни в коем случае нельзя засыпать пенечек. На этой ярмарке представлены в широком ассортименте семена картофеля, семена овощных, цветочных культур, рассады. Также представлены саженцы плодовых культур, которые адаптированы к нашим климатическим условиям. Это бурятская селекция, да, которые морозу и засухоустойчивые. Также вот мы видим, что тут и продаются и куры, петухи, поросята, ну и все то, что необходимо для наших сельчан, для дачников, садоводов. Посетить ярмарку и приобрести морозостойкие сорта саженцев, различные семена и даже мелких животных можно до середины июня. Возрастное ограничение 0+. Дарья Белева, Юлия Туманова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.